Bagheera. Oh! Всем привет, любители голенького Гомера, с вами Стэк, и мы продолжаем играть Simpsons Inc. 4. Наш Гомер максимально грустный, максимально обнаженный и подавленный. Все почему? Да ссать он хочет, все тут понятно. Давай уже так. А то сейчас взорвешься, как Юля. Где у нас унита? О! Прям за стенкой сидит. Да, главное улыбнуться. Пока наш Гомер дергается во сне, я немножко расскажу о своих планах на эту серию. Мы все время приглашаем Марш к себе домой, в гости, но сами у нее, по сути, ни разу еще не были. Сейчас как раз наш Гомер доспит до конца своей... Че он там вообще в этом сне может видеть? Под такую трясучку, я блеванул уже. Сейчас немножечко так переоденемся. Ой, какой проезд? Тихо, стоп. Какая нахрен пробежка? Сменить одежду. Сейчас мы с вами найдем дом Марш и сходим как раз к ним в... О! Прям я всегда с первого раза натыкаюсь. Я, ну молодец, Серега. Пригласить с собой деда. Пойдемте с дедом. Ну что, дед? А, дед, пойдем, давай. Стой, ты что ты там играешь какую-то свою херню? Стой. Узнать, как прошел день твой. Какой ты нахер Тетрис играет? А кто трясел совсем уже? Ты в Тетрис играешь? Я раньше играл тоже. Во-первых, это не Тетрис. Это Майми. Что за Майми? Ладно, все, стоп, разговор пошел не в ту тему, тут пришел какой-то, блин, какой-то трушок пришел, что-то. Как это понимать? Ну-ка, пойдем, давайте в дом к Марш, постучать в дверь. Все, отходи, разговор окончен. Эй, дед, какого хрена ты остался? Ну и пошел нахрен, дед. Так, я жрать хочу. Блин, как всегда, Гомер, у тебя одни проблемы. Вот одна жизнь, одна проблема. Ух, ни хрена себе, у них тут диджейский пульт. Богатенько они тут, богатенько расположились. Тренажеры. Офигеть, тут балконный тип-то, типа, ну, ой. Я просто в шоке, так, такой домино. Игровые автоматы, бухлицо, летсплейщиц какая-то здесь. Так, а где Гомер? Стоп, тихо. Стоп, в смысле? Батиса. Охренеть, блин. Я вот только вот пошел сделать рум-тур. Они тут... Уже все. Уже начались обмазываться тут своими телами. Так, стоп. А Гомер спать, что ли, лег? А, нет, все. Я уже думал, у него капец уже. Голова с кругом пошла. Ну и чего вы встали-то? Эй. А, о, пошли, смотрите-ка, не прошло и минуты. Стоп, неужели он опять ее приглашает в постель? Марко! Да это вы охренели, что ли, совсем? Я, блин, я даже ничего не делаю, они просто берут и пехаются на каждую секунду просто. Неугомонный Марш, смотри как, ой, как. Ой, все, жрать захотел. Молодец, да, все, я понял. Вот как вот в шкафу там перепихнуться, это ты сразу. Вот как вот жрать, то о, подай мне в ротик, пожалуйста, Сережа. Ну, сейчас я тебе подам в ротик. А в стенку свою жрать будешь за такое поведение. Думал, что я тебя накормлю мясом, что ли? Да никогда. О, смотрите-ка, дед пришел. Какую-то грудастую азиатку склеил. Че он творит, просто мужик, а? Я в шоке. Дедуля, ты... Ой. Интересно, можно... Вот, можно сделать предложение Марш и как бы выйти из нее замуж? Ну, точнее, жениться. И стать как бы семьей. Можно так с дедом прокрутить, типа... Типа, эй, я твой дед, я твой... сын, давай сыниться. Опа, смотрите-ка. Романтическая картина. Гомер хочет подарить своей Марш овсянку. Ой, чё это? Чё это она рукой творит? Смотрите. Так, все, одевайся в обычную одежду и иди вот за этот пульт. Я очень хочу на нем поиграть. Просто, панель управления, настройки, изменить громкость, тихо. Настройки радио, ретро. И... учиться. Пик. Жик. Цинк. Шик. Так, а вот где Марш? Куда она делась? Так, ага, вот она голышом прыгает тут. Эй, стоять, Марш, стоп. Ты, блин, чё? Совсем уже, да? Потому что, ну как по-другому сказать? В своем бюстгальтере прозрачном ходит здесь по всему дому. Видишь? О, и зуб.
Че она после меня руки моет? Эй, я че, такой грязный, что ли? Так, стоп, друзья, тут начался какой-то групповой разговор. Я не согласен в этом участвовать, отказываюсь. Мне нужно посрать. Где тут туалет у вас? Стоп, а что такое? Эй, это больше похоже на мусорное ведро. Так, ладно, теперь перейдем к делу. Так, кто у нас в диалоге? Марш и Ева. Как убрать эту Еву? Ух ты, чего? Заняться в ухо под кустом? Ладно, ребят, отложим немножко наши планы, и я хочу просто посмотреть, что это такое, блин. Слушай, давай в кустах. В смысле? Чё они встали? Ладно, стоп. Под кустом, ну-ка. В смысле нельзя пройти? Да какого хрена? Где куст вообще? Я чё, вам не смогу показать, что ли? И сам, в принципе, видеть. Я такого еще не замечал. Такого еще в Симсе, это для меня впервые вообще, в новинку. Для меня чулан был в новинку. А тут, блин, такие огорчения, знаете ли. Ладно, раз такие огорчения, то давайте сделаем предложение. Слушай, Мардж, я привстану и дам тебе камень. Это что, галька? Ура! Нихера себе, она напрыгнула на него. Вот это капец. Стоп, ребята. Да, ну ребята, ну какого хрена вы... как же сва... Когда с... Ну и как-то поднимать, Гомер? Где свадьба? О, смотрите-ка, как весело наблюдать за этим. Интересно. Я не умею жениться в этой игре. Что нужно сделать, чтобы пожениться? Запланировать общественное мероприятие. Во. Мне кажется, нам это нужно. Вечеринка с танцами, черно-белая дискотека, пикник с жареными сосисками. Ой, охренеть. Сколько всего классного. Я даже этого не знал. Я думал только, ну, свадьба, ну и там вечеринка. А тут какая красота. Меня на самом деле больше всего вот это привлекает. Просто вот пикник с жареными сосисками. Я как-нибудь это точно устрою. Это будет просто классная серия, я думаю. Потому что, ну не знаю, я обожаю всякие такие посиделки, пикники, гитара, живая музыка, живой костер. Просто... Ну, сейчас свадьба. Так, знаете. Пока что не стоит радоваться особо. Знакомых у меня не очень много, со всеми у меня плохие отношения. Да чё так? И чё со всеми? Смотрите, вот здесь красное, везде красное. Мне нужен Владимир, это медведь, с которым я пытался общаться. Приглашу своего двойника, пусть позавидует мне. Деда приглашу. Да, в принципе, всех приглашу вообще. Выбрать место, следующий пункт. Так, вот самое важное, музей, парк пустынный, парк зимний, парк... Ох ты, это... У нас же три города, и в третьем городе есть еще парк, о котором я ни разу не был, кстати. Резиденция Симпсон. Как официально? Я вот не знаю, либо в парке, либо в нашем доме отпраздновать свадьбу, я даже не знаю. О, сад у замка. Тот самый замок, где живет призрак этот, там будет охрененная свадьба, я вам отвечаю. Давайте там отметим. Так, что-то как-то тухло. Где музыка, где напитки, где бухлишка, где все? Чё за рыцарь? Чё за... В смысле? Какого хрена? Что за свадьба опять у нас тут происходит? Всё. Жена в телефон играет. Молодец. Покемонов ловит. Мне больше интересно, когда у нас начнется мероприятие. Ой, какой сад. Смотрите-ка, офигеть. Пианино, пруд, лабиринт. Охренеть. Вот это я замутил себе свадьбу. Так, все, рыцарь с какой-то бабой играет в шахматы. Опачки, зачать ребенка под кустом. Вы серьезно? На свадьбе? Может, так, стоп. Ох ты, ё-моё. Тихо. Я должен это запечатлеть. Куда она бежит? Ага. А где жирный Гомер? Пешком идет. О, какой важный какой идет. О, смотрите-ка, топает. Сейчас Марш уже перегорит все. Опачки. Опа, никто не заметил. Отлично, вышли как ни в чем не бывало. О,
Так, все, возвращаемся на свадьбу. Время пришло. Время веселья. Приходим вот сюда вот и... Так, нам нужно что? Нам нужно выпить. Где бухло? Я понимаю, тут Гомер важный стоит, писает, но мне как бы бухло нужно. Я заказывал это вот мистер выпивку. Я заказывал еду. Я все заказывал. А где все? Где моя свадьба? Что за кижич? Кижич-пыжич. Еще и вечером все. Ничего не видно вообще. Ночное говно какое-то. На что? Что вы мне предлагаете делать? Жениться, что ли? Ну, давайте женимся. Стоп, что происходит? Че за дерьмо? Да че он сдох-то? Да гребаная свадьба. Я хотел бы здесь жениться. А, вот, вступить в брак. Пианино само играет. А, ух ты, ё. Ни хрена себе. Вот это сюрпризы. О, смотрите, марш прибежала. Бегом такая. А где остальные? Какого хрена? Ё-мо, опять всё через жопу. Как вы видите, я перемотку на 3 включил. О, пришел грязный, вонючий, жирный. Фу, ну чё? Чё за свадьба такая? Марч, стоять! Вернулась быстро, куда пошла? Да, я грязный, да, я жирный. Но у нас свадьба всё-таки. О боже. Да ём. Какого хрена он сдох-то? Чё за смерть на свадьбе? Кто вообще эту музыку играет? Откуда она идёт? Вообще, где гости? О, смотрите, бегут. Смотрите-ка, о, целая толпа сейчас. Опа, раз, два. Ой-ой-ой, я пропустил всё, я всё пропустил. Чёрт возьми. Мужик в кадр влез, ё-моё. Ещё один мужик, ты чё вы такие... Все в кадр лезут, а? Да, правильно, чувак, можно пресс покачать. Все равно все пропустил уже. А все-таки, где мне помыться-то можно? Слишком исторический дом, блядь, даже не помоешься. Одни призраки. Нахер здесь вообще отмечать-то вызвался? Вон, вымыть руки хотя бы, почистить зубы. О-о, смотрите, помогло, он немножко помылся. Он теперь меньше воняет. Вымыть руки еще раз. Раз 5 помой их. О, смотри, он как быстро же моет. Он просто... Он уже так научился мыть, что прям вот все, прет его. Так, все, Магомер, выйти. Выйди отсюда, ты мешаешь женщине. Стоп. Тут что, чувак сдох? Эй, ты... А, он спит, все, я храп. Я уж думал, сдох, чувак. Все, отлично, свадьба удалась, блин. Смотрите, там люди общаются. Марш тут с каким-то мужиком седоволосым тут клеится. Эй, ну-ка... Это... Ну-ка, сейчас тебе... А, что же сделать-то? Поцелуй вежливо сделаю. О, не успел пососаться, уже женитьба. Поздравляем с женитьбой, ходить начать жить вместе? Окей. Это, наверное, самая худшая свадьба в 74, которую когда-либо я проводил. Так, кого мне куда подселить? Я беру от вас марш и заселяю себе домой. А вы пошли нахер, 4 негра. Ну, там, правда, не негры, но пусть живут вчетвером. Там, не нужна им эта марш. Так, куда марш пропала? Все, меня задолбало это мероприятие. Это было просто ужасное. Так, а Марш тем временем справляет свои нужды после свадьбы. Какая незаметная женщина, какая она продуманная все-таки это Марш. Почему она одела черное платье на свадьбу? Она что, сумасшедшая, что ли? Главный прикол в том, что теперь мы можем управлять за Марш, и, в принципе, нам это не нужно, потому что я не хочу этого делать особо. Срать хочу. Очень сильно даже хочу, блин, давай. Попис, как настоящий чемпион. Вот это вот по-нашему, Гомер, давай. Кстати, ребят, вы помните, что мы на свадьбе с вами зачали ребенка? То есть Марш у нас, по сути, беременная. Мне просто интересно, когда она будет рожать. И вообще, я ни разу... Я вот игрок в 74 такой, заядлый такой. Я ни разу в жизни не имел ребенка в 74. Для меня это будет впервые вообще. А тем временем, время уже 6 утра, самое время поспать. Давай, Гомер, Ой, фу, не надо. Вот, давай, все, молодец. Под одеяло спрятался, никому больше психику не испортишь. Давай твою щетину приближу. Смотрите, он спит с рукой в трусах. Какой извращенец, фу. Ладно, ребят, пора закругляться. Вот такая вот получилась серия. Мы женились, чуть не сдохли от грязи, как это странно звучало бы. Впереди нас ждет еще очень много интересных серий, интересных моментов. У нас еще есть борьба с жиром, у нас есть борьба с Фландерсом, не знаю, нужно найти его еще. Под предыдущим выпуском вы написали очень много интересного, скоро будем воплощать это в жизнь. А пока что наш Гомер спит, вы поставьте лайк этому ролику, если вы впервые, подпишитесь на канал и ждите новых серий. С вами был Стэк, всем удачи, всем пока.